Привет снова. Медитация – основа основ. И я осознанно это назвала так, потому что, может быть, у вас было понимание, что сегодня у нас будет йога, мы будем там сильно тянуться, разминаться и так далее. Это не совсем так. Да, адреналин шарашит с утра. Так бывает, когда что-то классное, новое начинаешь. И, по-моему, я первый спикер у вас в этом классном движении. Так вот, медитация как основа основ. То, куда вы ступаете, это здоровье, осознанность, это красивое, здоровое тело и так далее. У вас прекрасные тренеры, спикеры в этом путешествии. Я больше по части духа, скажем так. Потому что если вы для себя не определили, для чего вы это делаете, куда вы идете и так далее, то, собственно, ничего и не получится. И результат будет либо не таким, какой вы ожидали, либо вы сорветесь, не дойдете до конца. Поэтому наша сегодняшняя встреча, наш эфир посвящен медитации. И я бы хотела вас опросить, порядка 1000 человек, но можно хотя бы там на «да», «нет» коротенько ответить. Давайте так, сердечки поставьте, пожалуйста, те, кто знакомы с медитацией. И потом я выключу комментарии, чтобы у нас эфир был ровненький, я не отвлекалась и так далее. Так, те, кто знакомы с медитацией. Знаете как, даже если вы не знакомы, и для вас это совершенно первый опыт, я верю, что то, что я сегодня буду давать, это доступно абсолютно всем на любом уровне, как для новичков, так и для старичков. Да, спасибо за обратную связь. Как я сказала, мне мало интересно, вернее, это не столь важно, был у вас опыт или не был, важно то, что вы сейчас его испытаете. И у вас будет чек-лист в конце нашего с вами эфира, и по которому вы сможете это продолжать, повторять и так далее. Следующая наша встреча будет 15 сентября, и она уже будет больше про йогу. Я вам покажу комплекс Сурья Намаскар, а перед тем я покажу вам разминочный комплекс суставной, который помогает разогреться, в общем-то, к любого рода тренировкам. Первый принцип и главный принцип йоги – это ахимса, это не навредить себе и всем любым живым существам. Поэтому мы начнем с вами с медитации, потому что это правда основа основ. Я не случайно так это назвала. Так, еще давайте пару-тройку минут подождем вновь пришедших. Я коротко расскажу, как у нас с вами будет проходить практика. Давайте так уже сразу назовем это практика. Сначала я вас настрою. У нас будет, скажем, внимание на тело, на расслабление. Затем у нас будет дыхательная техника. Она называется Нади Судхи Пранаяма. Это очень старинная, очень мощная йогическая техника дыхания, которая балансирует все дуальное, из чего состоит человек. Это правое и левое полушарие, да, сразу, что приходит на ум. Дальше это высокое и низкое кровяное давление. Это солнечные и лунные качества, это женские и мужские качества. То есть вот эта вся дуальность, из-за которой мы все время болтаемся, данная пранаяма помогает достичь равновесия, баланса. Ведь баланс в уме – это основа, это начало. Если нет понимания, баланса, спокойствия в уме, что бы человек ни делал, это не возымеет большого успеха. Внешне это может быть успешно, но внутри, если человек в раздрае, если его это не радует даже этот успех, если он не способен остановиться и сказать, ах, как здорово, вдохнуть и выдохнуть, то зачем вообще все это нужно? Вот я, слава богу, к этому пришла после долгих лет суеты, паники и хаоса, и вам чего желаю. Так, давайте я отключу комментарии. И вот, отлично. Так я и вы будем меньше отвлекаться. Сейчас мы уже будем переходить к практике, поэтому
Пару слов о том, где я нахожусь. Мне кажется, это важно, это определяет настроение, по крайней мере, мое настроение для эфира. Я нахожусь в ашраме моего учителя в Германии. И прямо подо мной этаж, где проходят молитвы, утренние молитвы. И я не знаю, я надеюсь, что вам передастся энергетика ашрама, этих молитв. Здесь прям живут монахи, здесь, ну, это как монастырь, здесь такой уклад. Я с большим трудом нашла тихое место, где еще свет кое-как бы освещал меня. И я надеюсь, что сюда никто не зайдет. Даже если зайдет, они понимают, что человеку надо не мешать. Вот, и все, что я вам даю, дам вернее, я все это взяла от моего мастера. И все эти техники безопасны, они очень эффективные, они очень бережные. И они очень древние. И я верю свято, что все, что в йоге может быть передано, оно должно быть передано от учителя к ученику. И вот эта линия преемственности, она крайне-крайне важна. И она определяет качество. Это как родословная, да? Вот когда человек приобретает собаку, он же узнает родословную. И вот в духовных практиках очень важна вот эта родословная. Итак, возвращаясь к нашей с вами практике. Я надеюсь, что вы подготовили себе уютное место. Если нет, пожалуйста, сядьте удобно, либо на пол, на полу или на диване, где вам удобно, со скрещенными ногами по-турецки. Либо, если это стул, вы сидите на стуле, ваши стопы должны касаться пола. Ни в коем случае не перекрещивайте ноги вот так, ладно? Руки тоже не должны быть перекрещены, руки свободно лежат на коленях, как бы вы ни сидели, ладонями кверху. Либо вы можете сделать дьяна-мудру, да? Это вот мудра, когда большой и указательный пальцы касаются друг друга, подушки касаются друг друга, остальные три пальца выпрямлены, окей? Это известная поза, Будда сидит на своих статуях таким образом. Дальше спина должна быть ровная, это очень важно. Дело в том, что позвоночник – это наша антенна, наш канал, по которой проходит вся космическая энергия. Она заходит через сахасрара чакру и идет по всем остальным чакрам, которые условно закреплены, вот если проекция позвоночника взять как столб, и по нему остальные шесть чакр закреплены. И чтобы энергия шла беспрепятственно, а главное, чтобы в мозг шел сигнал о том, что ага, сейчас идет практика, сейчас нужно бодрствовать, нельзя вот так сидеть, да, вот так вот там где-то. Вы можете прислониться к чему-то, если вы не выдержите ближайшие 30, а может даже 40 минут нашей практики, чтобы спина не уставала и вас этот фактор не отвлекал. Если вы уверены в том, что у вас сильная спина, а, кстати, последующие тренеры вас научены на тому, чтобы все части вашего тела были сильными, гибкими, крепкими, то если вы уверены, то сидите так. Главное, чтобы вас не отвлекало, это самое главное. Надеюсь, что ваше пространство, оно тихое, что вы зажгли свечи, благовония, может быть, очень мягкую фоновую музыку. Даже если вы всего этого не сделали сейчас, вы можете впоследствии повторять данную практику со мной в записи и заранее подготовить, уже знать, к чему вы идете, и практиковать уже со всеми вот этими атрибутами, которые я перечислила. Хорошо? Итак, сядьте, пожалуйста, удобно в одну из перечисленных поз. Закрывайте глаза. Спина ровная. Положение удобное. Делаем глубокий вдох носом и полный выдох через рот. Снова глубокий вдох через нос и полный выдох через рот. И снова глубокий вдох носом. Полный выдох через рот.
продолжаем дышать носом, спокойно, естественно, никак не вмешиваясь в этот процесс. Просто наблюдаем за своим телом. Переводим внимание на стопы, кончики пальцев ног и начинаем сканировать тело снизу вверх от кончиков пальцев ног, выше, выше, поднимаясь, голени, колени, бедра, ягодицы, живот, спина. И везде сканируем, проверяем, нет ли какого-либо напряжения. И если есть напряжение, мы мысленно даем сигнал расслабить его, отпустить напряжение. Дальше грудь, плечи, предплечья, руки, шея, лицо расслаблено, расслаблены глаза, точка межбровья, расслаблена вся область головы, уши, шея еще раз. Затем мы идем сверху вниз, плечи, предплечья, руки, спина, грудь, живот, низ живота расслаблен, дышит спокойно, бедра, колени, голени, стопы ног, пальцы ног, все расслаблено тотально. Теперь мы переводим внимание на кончик носа и наблюдаем за дыханием. Наблюдаем, никак не вмешиваясь, как будто мы свидетели какого-то очень необычайного явления. Просто вдох, выдох. Мы не форсируем дыхание, просто наблюдаем. Вдох, выдох. Наблюдаем, как на вдохе, возможно, воздух слегка более прохладный, а на выдохе он слегка более теплый, согретый вашими легкими. Наблюдаем разницу за тем, как тело меняется на вдохе и как оно меняется на выдохе. Вдох, выдох, живот расслабленный, плечи расправлены, спина ровная, дышим, вдох и выдох, вдох и выдох. И снова вдох, наблюдаем, как меняется тело, и выдох, вдох, наблюдаем разницу воздуха на вдохе и на выдохе. Осознавайте, что тело совершает этот акт дыхания абсолютно без вашего участия. Как будто тело – это что-то отдельное, а ваше внимание, ваше наблюдение – это что-то отдельное. Данная техника называется наблюдение за дыханием. Она является базовой, очень мощной, абсолютно для любого уровня подготовки техникой, медитации, наблюдение за дыханием. Осознаем вдох, осознаем выдох. Как дышит тело без нашего участия? Этот удивительный процесс, который мы, оказывается, не контролируем. Теперь мы пойдем глубже. Представьте, что вы вдыхаете не просто воздух, а некую субстанцию. Эта субстанция называется прем. С санскрита это переводится как космическая любовь. Эта субстанция, согласно писаниям, пронизывает абсолютно все в мироздании. Из этого состоит абсолютно все, что сотворено в этой вселенной. И это любовь. Теперь,
Когда вы делаете вдох, вы осознаваете, что вдыхается эта любовь, эта космическая субстанция. Она преображает внутреннее пространство и выдыхается, освобождая все, что является препятствием к этой любви. Вдох. Внутри пространство расширяется, делается больше света. Выдох. Высвобождается все, что препятствует любви. Вдох. Любовь и принятие. Выдох. Любовь и благодарность. Вдох. С каждым вдохом пространство внутри делается шире, больше. С каждым выдохом вы становитесь все более легким, все более свободным существом. Вдох. Любовь преображает вас изнутри, а на выдохе вы преображаете внешнее пространство своей любовью. Таким образом получается бесконечный акт обмена любви, обмена любовью. Вдох, любовь и принятие. Выдох, любовь и благодарность. Вдох, пространство внутри делается еще более широким, огромным, бесконечным. Выдох, отпускается и уходит все, что этому препятствует. Вдох, любовь и благодарность. Выдох, любовь и принятие. Вдох, любовь и принятие. Выдох, любовь и благодарность. Осознавайте, насколько эта визуализация данной субстанции любви изменила качество дыхания. Осознавайте, что то, что было таким автоматическим и само собой разумеющимся, вдруг стало каким-то волшебным, каким-то сакральным актом. Всего лишь одна мысль изменила качество дыхания и качество вашего самочувствия. Вдох. Внутри пространства делается еще больше и шире. Мы вдыхаем эту субстанцию любви. Ее практически можно потрогать. Выдох. Из внешнего, из внутреннего преображается внешнее пространство. И снова происходит обмен. Это как любовный акт. Вдох. Любовь и принятие. Выдох. Любовь и благодарность. Продолжаем дышать и наблюдать, как сильно и как потрясающе красиво меняется наше самочувствие, ощущение от того, что мы лишь добавили осознание субстанции любви, которой пронизан сам воздух, пронизаны мы и каждая клетка нашего существа. Снова вдох. Любовь и принятие, выдох, любовь и благодарность. Теперь мы останавливаем эту визуализацию, переводим внимание в точку третьего глаза или центр лба и продолжаем делать вдох и выдох, очень естественно, никак не вмешиваясь. И просто наблюдать за изменением внутри себя, осознавать, как практика изменила меня изнутри. Это не обязательно как-то называть, навешивать ярлык этому. Просто задай себе вопрос, как практика изменила меня. Всего лишь короткая практика наблюдения за дыханием.
осознайте изменения, поблагодари все обстоятельства и себя, сделай глубокий вдох и выдох на мягкий выдох и открываем глаза. Ну что, это наш первый и большой важный шаг в сторону медитации. Я вас поздравляю. Эту технику, эту практику вы можете делать в любом месте. Только, конечно, не за рулем и не на важных встречах, как вы понимаете. Для любого человека, любой подготовки это доступно. Я верю, что у вас все получилось. В конце я хочу открыть комментарий и узнать, что же у вас получилось. Теперь, не теряя времени, хочу, чтобы мы перешли к практике, которая называется Нади Судхи Пранаяма. Это дыхательная техника, уже менее медитативная, скажем. Она очень мощная, очень крутая. Сейчас расскажу. Мы будем дышать попеременно через правую и левую ноздри. Я вас попрошу впоследствии закрыть глаза, но пока вы знакомитесь с техникой, посмотрите, как это делается. У нас будет задействована правая рука, а именно большой палец и безымянный палец. Большим пальцем мы будем закрывать правую ноздрю, безымянным – левую. И вот так попеременно мы будем их закрывать и открывать. Давайте я сначала покажу это, потом сделаем совместно. Большим пальцем закрывается правая ноздря, и мы всегда начинаем вдох с левой ноздри. И чтобы случился этот вдох, надо довыдохнуть, освободить легкие. Затем идет вдох на счет 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. После вдоха мы закрываем обе ноздри, внимание переводим в точку третьего глаза на задержке дыхания. Затем открывается правая ноздря и выдох на счет 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Снова вдох отсюда же на счет 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закрываются обе ноздри, задержка дыхания, внимание в третьем глазе. Удерживаем дыхание, задержку и внимание. Открывается левая ноздря и выдох на счет 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. То есть мы вдыхаем 8, выдыхаем 16. Снова вдыхаем 8, выдыхаем 16. То есть как елочкой, да? Вдохнули, выдохнули. Отсюда же вдохнули, выдохнули. Отсюда же вдохнули, выдохнули. Я вас буду вести на протяжении всей практики, поэтому вы не запутаетесь и не потеряетесь, не волнуйтесь. Задержку мы будем делать не сильно долго, чтобы никто у вас там не задохнулся, такой опасности нет. И как только вы почувствуете, через пару циклов, я сама напомню, но вы закрываете глаза, потому что любую медитативную технику, технику йоги вообще лучше всего делать с закрытыми или полузакрытыми глазами. Вообще в йоге есть такое положение глаз, оно называется... Не помню, какая-то мудра, какая-то из мудр, когда глаза чуть-чуть закатаны и косят. Это выглядит страшненько, но на самом деле это очень крутое йогическое положение, которое потрясающе помогает концентрации внимания. И ведь медитация, маленькое пояснение, это концентрация внимания. Вот для чего мы это делаем. Если у вас не будет концентрации во время всех важных ваших действий, то результаты будут так себе. Последующие ваши все тренировки во время этого марафона. И вообще важно, чтобы вы это приобрели не только на время марафона, чтобы в жизни это стало вашей классной полезной привычкой, чтобы вы это с собой забрали, чтобы вы не опирались ни на кого. Итак, садимся удобно, с ровной спиной. Подготовили правую руку. Большим пальцем правой руки мы закрываем правую ноздрю, а безымянный у нас только эти два пальца, это важно. Подготавливаем, чтобы он потом закрывал левую. Итак, мы закрыли правую ноздрю большим пальцем. До выдоха из левой ноздри. И сюда вдох на счет 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закрыли обе ноздри, задержка. Внимание в третьем глазе. Открываем правую, выдох 16.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отсюда вдох восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закрыли обе ноздри, задержка дыхания. Внимание в третьем глазе. Открываем левую ноздрю, выдох 16. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Сюда же вдох восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закрыли обе ноздри, задержка дыхания, внимание в третьем глазе. Открыли правую, выдох 16. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Сюда же вдох восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закрыли обе ноздри, внимание в третьем глазе и уже закрываем глаза. Открываем левую ноздрю, выдох 16. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Сюда вдох восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закрыли обе ноздри. Задержка. Внимание в третьем глазе. Открыли правую, выдох 16. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Сюда же вдох восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закрыли обе ноздри. Задержка дыхания. Внимание в третьем глазе. Открываем левую, выдох 16. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Сюда же вдох на счет восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закрыли обе ноздри. Задержка дыхания. Внимание в третьем глазе. Открыли правую, выдох 16. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Сюда вдох восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закрыли обе ноздри. Задержка дыхания. Внимание в третьем глазе. Открываем левую ноздрю, выдох 16. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Сюда вдох на счет 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закрыли обе ноздри. Задержка дыхания. Внимание в третьем глазе. Открываем правую. Выдох 16. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Сюда вдох 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закрыли обе ноздри. Задержка дыхания. Внимание в третьем глазе. Глаза закрытые. Открываем левую ноздрю, выдох на счет 16. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Сюда же вдох, счет 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закрыли обе ноздри, задержка дыхания. Внимание в третьем глазе. Открываем правую, выдох на счет 16. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Сюда же вдох на счет 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закрыли обе ноздри, задержка дыхания, внимание в третьем глазе. Удерживаем внимание. Открываем левый выдох на счет 16. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Сюда же вдох на счет 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закрыли обе ноздри. Задержка дыхания. Внимание в третьем глазе. Открываем правый выдох на счет 16. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Сюда же вдох на счет 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закрываем обе ноздри. Задержка дыхания, внимание в третьем глазе. Открываем левый выдох на счет 16. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Сюда вдох на счет 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закрыли обе ноздри. Задержка дыхания, внимание в третьем глазе. Открываем правый выдох на счет 16. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Сюда же вдох на счет 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закрываем обе ноздри. Задержка дыхания. Внимание в третьем глазе.
Открываем левый выдох на счет 16. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Завершаем пранаяму. Остаемся с закрытыми глазами. Это очень важно. И наблюдаем. Просто осознавай, наблюдай, что внутри тебя изменилось. Ты можешь просто задать вопрос, что изменилось за время практики в моем внутреннем пространстве. Если вы корректно делали пранаяму, должно быть ощущение, будто у вас внутри как будто запотевшее грязное стекло протерли, и у вас ум, внимание и сознание стали такими яркими и чистыми. Просветление я вам не обещаю сразу же, но ясность ума эта практика дает потрясающую. Я верю, что вы это смогли, что вы это все ощутили. Супер. Так, теперь мы переходим к очень-очень важной, прям предельно важной практике. Мантра медитация. У меня даже есть заготовленные волшебные инструменты. Но перед тем, как мы начнем саму практику, я хочу буквально немного рассказать о том, что такое мантра. И почему именно мантра-медитацию я считаю самой эффективной, самой сладкой, безопасной. Дело в том, что у нас, как устроен ум, вообще для чего мы медитируем, да? Медитация – это работа с умом. У нас тренировка ума на самом деле. Тело вы будете тренировать с другими специалистами, экспертами, которые в этом прекрасном марафоне. Со мной вы будете тренировать ум и сознание. Душу не скажу, потому что душа – это что-то, это как бы тот уровень, куда мы с вами не заберемся так просто. Так вот, ум, у него такая природа, что он подобен воде. Ведь если воду, куда бы ты ни налил, она принимает ту форму, в какой сосуд ты ее наливаешь. Наливаешь в кувшин – форма кувшина, наливаешь в стакан – форма стакана, в ванны – форма ванны и так далее. Так у нас ум, он настолько подвижный, что вот как вода. И говорится во всех священных трактатах, в йогических шастрах и упанишадах, во всех писаниях, что ум со своей восприимчивостью, со своей подвижностью, который подобен воде, принимает то качество и ту форму, на которую ты ее направляешь. И если ты ум направляешь на негативность, сплетни, жалобы, ну, все такое негативное, пессимистичное, ум становится таким. Если ты ум направляешь на радость, оптимизм, в позитив в целом, и особенно мантры, потому что мантры несут в самую высокую вибрацию, которую мы можем себе представить. И когда мы повторяем мантру, мы уму даем гантели определенные, да, для ума это как гантели, с помощью которых он качает, да, свою мышцу. Вы согласитесь, вес гантеля, его качество определяют, как классно и как качественно у вас будут закачаны те или иные мышцы. Так вот, мантра, это я грубо объясняю, но очень понятно, что это классная гантеля, это классный тренажерный зал для ума. И как я сказала, поскольку у мантры вот эта высочайшая вибрация, ум, все время повторяя мантру, начинает обретать эти качества, вот эту высокую вибрацию. А какие качества у мантры? Божественные, самые высокие. И вот сейчас, находясь в ашраме, в окружении всех изображений божеств, учителей, я счастлива делиться этими знаниями с вами, аж до мурашек. И я чувствую, что вы очень благодарны это все воспринимаете.
потому что все едино. Вы не можете качать просто тело, не понимая важность духа. И вот мантра, с которой мы с вами будем практиковать, это мантра «Ом Наму Нараяная». Это очень сильная мантра, она также называется как «Маха-мантра», что переводится означает «великая» или «величайшая мантра». Если говорить о буквальном переводе или таком литературном, да, даже переводе, значение такое: «Я приветствую и преклоняюсь перед тем, кто пребывает во всем и в ком пребывает все». То есть эта мантра, она за пределами всех религиозных принадлежностей, она абсолютно универсальна, и, как и сказала, она великая, она величайшая. И поскольку это маха-мантра, она в себе содержит потенциал всех других мантр. И мы с вами будем практиковать данную мантру тремя способами. Несколько минут мы будем практиковать вслух, я буду напевать ее «Вы со мной», я надеюсь, у вас есть такая возможность. Дальше мы будем практиковать ее шепотом, потому что вслух – это метод, который очень здорово останавливает ум, когда ум очень активный. Шепотом – это промежуточный вариант, когда шепот «Ом Намо Нараяная». Даже звук вашего шепота, он, знаете, как шум прибоя, он так успокаивает ум. И третий способ – это про себя. Мы будем про себя пропевать мантру. Это самый продвинутый. Он дается не сразу и не всем, но я решила дать вам все возможности. Впоследствии вы уже дальше будете выбирать, что вам подходит. И я верю, что вы, в принципе, готовы и все сможете. Я в вас верю. Вот, и я вас буду сопровождать, и эти волшебные звуки вас будут сопровождать, чтобы создавалась вот эта атмосфера. Я думаю, она очень важна. Она очень важна, и впоследствии перед практикой медитации, пожалуйста, заботьтесь о том, чтобы ваше пространство и ваша атмосфера были достаточно, какое слово бы, без вот этих эпитетов, волшебным, прекрасным, достаточно сакральным, вот слово, сакральным, потому что это все очень сакральные практики. Итак, садимся удобно, ровная спина, комфортное положение. Закрываем глаза, делаем глубокий вдох носом и полный выдох ртом на. Я начну напевать мантру, и вы просто со мной ее повторяйте. Ом Намо Нараяная. 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 Ом Намо
Narayanaya Om Namo 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 Narayanaya Теперь мы переходим к практике шепотом, и мы просто шепчем мантру Ом Намо Нараяная Ом Намо Нараяная Ом Намо Нараяная Продолжаем шептать мантру каждый в своем ритме. Внимание при этом держим в точке третьего глаза. Ом Намо Нараяная. Ом Намо Нараяная. Ом Намо Каждый нашептывает мантру в своем ритме, удерживая внимание в точке третьего глаза. Ощущайте ваш шепот как шум листвы или шум прибоя. Пусть шепот успокаивает ум. Каждый шепчет так, как чувствует, в своем ритме, внимание в точке третьего глаза. Дыхание подобно прибою, шепот подобен шелесту листвы где-нибудь в саду весной.
каждым повторением ощущайте, как вы соединяетесь с энергией мантры. Внимание в области третьего глаза, и каждый повторяет шепотом мантру в своем ритме. И теперь мы переходим к повторению мантры про себя. Мы уже не шепчем, и про себя каждый напевает мантру в своем ритме, со своей мелодией. Пусть это будет внутри песня, песня сердца каждого из вас. Ом намо нараяная. Мелодия может быть любой. Пусть она сама родится внутри, в сердце каждого. Ом намо нараяная. Ом намо нараяная. Внимание в точке третьего глаза. И если оно вдруг куда-то убегает, мягко возвращаем внимание. Ом намо нараяная. 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 Каждый повторяет мантру так, как чувствует. Со своей мелодией, в своем ритме. Ом намо нараяная. Теперь мы переводим внимание из точки третьего глаза в центр груди, где находится сердечная чакра. И находясь здесь, продолжаем пропевать мантру и уже в сердце все внимание, мантра и даже дыхание переводим в эту область. Ощутите, насколько разное состояние, разное ощущение между тем, когда внимание в точке третьего глаза и когда внимание в центре груди. Это две важнейшие чакры в нашей системе. Я сознательно вас только в самом конце привела в сердечную чакру, после того, как вы в центре точки третьего глаза настроили свою концентрацию, очистили свое внимание, и только потом я вас привела в сердечную чакру. Ом намо нараяная. Соединяйтесь с вибрацией мантры. Соединяйтесь с энергией мантры. Ом намо нараяная. Ом намо нараяная.
Ом намо Нараяная. Ом намо Нараяная. Внимание в точке сердечной чакры, в центре груди. И мы продолжаем пропевать мантру в этой точке, осознавая ее энергию, соединяясь с ней. Ом намо Нараяная. Ом намо Нараяная. Ом намо Нараяная. Ом намо Нараяная. Мы останавливаем практику, остаемся с закрытыми глазами, это очень важно. Переводим внимание в центр груди. Мы кладем правую ладонь на центр груди и поверх правой левую ладонь. И выражаем намерение запечатлеть всю практику, что была сегодня, весь этот опыт, который вы сегодня совершили здесь, в центре сердечной чакры, чтобы вы понимали, что когда бы вы ни захотели, этот опыт, эти переживания вам будут доступны в любой момент, они ваши. Мысленно поблагодарите все обстоятельства, которые привели вас к этой практике. Поблагодарите мысленно всех учителей, всех мастеров, которые передают знания из тысячелетия в тысячелетие. Поблагодарите всех, кто принимал участие в сегодняшней встрече, в сегодняшней практике. Поблагодарите себя за эту практику, за то, что вы отдали свое время, внимание и энергию этой практики. Делаем глубокий вдох носом. На выдохе бережно открываем глаза и возвращаемся. Я открою комментарии. Я вас благодарю. Это довольно глубокое было погружение и путешествие. И я почему-то вот верю, что вы смогли это сделать, что у вас все получилось. Я вами горжусь. И если у меня есть буквально 2-3 минуты, чтобы ответить на пару-тройку вопросов, на что успею, вы можете писать свои впечатления, отзывы. Если вы хотите продолжить медитации, именно эти практики, их вам достаточно на всю жизнь. Честно, да. Вам не нужно больше ничего, если говорить о медитации. Даже этого достаточно на вот прям взять эту практику пранаямы, эту практику медитации, этого достаточно на всю жизнь. Знаете, в течение карантина я каждый день делала медитацию, может, даже кто-то из вас присутствовал на этих практиках. Больше месяца мы делали. И у меня в Инстаграме, в IGTV все эти эфиры сохранены. И, кстати, вы и туда можете заходить, практиковать. И Coral Club сохранит, я не знаю, на какое время сегодняшнюю практику, сегодняшнюю нашу встречу. Я вас благодарю. Я не знаю, было ли это то, что вы ожидали. И это не важно, что вы ожидали, потому что важно то, что вы получили, и важно то, как вы смогли этому открыться, потому что ваша открытость, ваша готовность определяет. И это во всем. Я надеюсь, сильно заболела голова от вибрации, очень высокой вибрации у мантры. Но это проходит по истечении времени, с практикой, со временем это проходит. Слезы благодарности. Я благодарю. Если не сосредоточиться, может не получиться с первого глаза. Это нормально.
Вы же не можете сразу с первого раза отжаться 30 или 1000 раз. Вы 5 раз не можете отжаться, я еле 10 могу. Поэтому я говорю, продолжайте, и я не знаю, как надолго Coral сохранит эту запись. Вы можете возвращаться к ней каждый день. В том фишка, на мантре кто-то расплакался. Милая Настя, конечно, это потому, что у мантры, как я сказала, очень высокая вибрация. И поскольку мы все-таки духовные существа, мы реагируем на это, конечно. Дух первичен, но в здоровом теле здоровый дух, как говорится. Я очень рада, что вы так смогли это прочувствовать. Безмерно благодарна. Мантру можно петь в течение дня. Берите ее, она ваша. Боль в груди. Наверное, есть блок в сердечной чакре. Но опять же, со временем и с практикой это все проходит. Мы столько эмоций, столько блоков в себе держим. Тело все это помнит. Поэтому не пугайтесь ничего. И слезы, и головная боль. Это все реакции на вибрацию. Может быть, кто-то впервые перевел свое внимание в сердечную чакру. Ребят, чтобы я смогла сохранить эфир, мне надо прерваться, к сожалению. Продолжать мантры, медитацию можно бесконечно долго, по своему самочувствию. Это то важное, что я могу сказать. Спасибо вам еще раз за эту открытость, за то, что вы так классно смогли это сделать. Люблю вас, чудесного дня!